Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня» и меня зовут Юля. Спасибо за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний видеоролик о дне рождения. Да, сегодня 18 мая и у Демьяна день рождения. Исполняется ему 14 лет. Совсем большой уже стал наш мальчик. Будем получать скоро паспорт. Так, ну что я вам хочу сказать. Во-первых, именинник наш сегодня в 5 утра укатил на рыбалку. Сказал, что он хочет плавить рыбу и в 5 утра на мопеде учесал. Пока он еще обратно не приехал, и в процессе, так сказать, пока он там на рыбалке, мы с Полей пытаемся немножко, так сказать, создать праздничное настроение. Поля надувает шарики. Тоже то еще приключение. В общем, дел, как всегда, целая куча. А также я вам хочу сказать, что те, у кого есть подростки, наверное, меня поймут. День рождения подростка достаточно сложная штука. Когда ребенок маленький, можно, например, там куда-то с ним сходить, и он счастлив и доволен. У подростка с днем рождения намного все сложнее. В общем, наш сын старший заявил, что сегодня в субботу друзья к нему не придут. Будет день рождения только с родственниками. Приедет мой брат, мама моя, может быть, бабушка, но я пока не знаю. Бабушку нашу выписали еще в среду, а сегодня суббота. Не знаю, сможет ли она приехать. В общем, папа должен мой приехать. В общем, только сегодня родственники. А завтра он пойдет в деревню и будет устраивать там отдельно без родителей для своих друзей шашлыки. Ну, как пожелаешь, что поделать. Все для тебя, сыночек, в этот день. Так что ждем родителей и готовимся, в общем. Хочу еще, знаете, что добавить. Конечно, для всех зрителей, не особо внимательных, просто для всех, кто сейчас увидит Полю, возникнет один и тот же вопрос. Юля, а что у нее с руками? Не переживайте, с руками у нее все нормально. Просто на днях, несколько дней назад, она пошла в гости к девочке, где в доме у этой девочки тоже в гостях была женщина, которая занимается росписью хинди. Это хна. На руках вот красивые всякие рисунки рисуют. Ну и, в общем, эти две кукушки взяли кисточку и зарисовали хной себе руки. А потом Поля еще и ногти накрасила. Так что вот такая у меня красавица. Ну, смотрите уж, как есть. Наш рыболов. И опять учесал. Сейчас посмотрим, что тут наловил. 4 карася. Пойду водички им добавлю. Пав Юрич притаранил казан от соседей. Попросил в аренду на сегодня казан. Будем делать плов. А еще коты украли одного карася. Походу, пока мы соберемся их пожарить, их коты все поворуют. Карасиков. Нет? Только не жарить. Только не жарить. Ладно, ладно. А что, мы его здесь поставим? Может, у мангала лучше? Ну, конечно, тут вот у мангала, вот, мне кажется, лучше будет. А тут вот у нас летний апартамент Маруськи временный, пока бассейн не закрыли. Кружки отсюда все собрать. Кружки надо отсюда все собрать. Смотрите, какой классный казан. О, вот кто наш хрыб ворует. Вот кто рыб ворует. Они их даже не закрыли, убежали. Вот дети открыли, посмотрели, убежали. А котам завтрак. Смотрите, казан какой классный. Помыть сейчас вот только надо. Ребят тоже плов делали. И мы сегодня тоже. Так, ну вот и столик у нас проехал. Тоже Станислав Юрьевич притараканил. Так, ну вот и прибыли наши гости. Станислав Юрьевич там уже в казане. Что-то шаманит. Давайте посмотрим. Она выпила. Она все. Кости. Леша и жена его, Олечка. Популек. Ревизию наводишь, пап. Ревизию, говорю, проводишь туда-сюда. Как птица-секретарь. Так. Станислав Юрьевич, вон там. Шаманит плов. А грибы будешь добавлять? Если хочешь. Грибы. Работает. Жалко запах.
очень вкусные получились грибы, запеченные в фольге на углях. В общем, я пока поем, а вы посмотрите маленький видеорецептик. Правда, это вкусно, быстро и недорого. Всем рекомендую. Чеплов? Отличный плов. Отличный плов. Давай, понесла, да? Понесла, что принесла. Принцессушка ты. Ходить с тобой надо, да? Вот, стой, пока. Сейчас, мам, покушай, дай маме покушать. Да, снимаешь? Снимаешь, да, готов? Готов, снимаешь? Снимай, снимай. Ну что ж, не будем повторяться. Аксенов Демьян, от нашей четы Аксеновых Алексея и Ольги мы желаем тебе всего самого-самого наилучшего, чтобы у тебя по жизни были только успехи, но не забывай, что иногда ради того, чтобы подняться к успеху, надо искупаться в говне, чтобы все это дело прознать. Поэтому давай так, чтобы тебе ради успехов пришлось не очень глубоко нырять. Давай, за тебя. Коровник, спасибо. Слух вынырнул. Чуть-чуть так поехал. Пройдись, ты хороший. По пяточкам. Угадайте, чем занимается мужская половина гостей после стола? Никогда не угадайте, я вам сейчас покажу. Они чинят машину? На данный момент мы устанавливаем момент затяжки на рулевой тяге, чтобы ее не разболтало. Леха, ты зануда. А ты за 31 год об этом не поняла? И мопед. Тоже чинят. Товарищ именинник, ты что ковыряешься в мопеде? Чиню мопед, чиню так. Чинишь мопед? Хочу отдельно выделить и отдельно сказать огромное спасибо зрителю по имени Нина Анатольевна. Спасибо вам огромное. Благодаря вам Станислав Юрьевич чинит машину. Ну, в общем, сами знаете за что. И чё? Давай, давай. Вот сюда вставай. Да ты что, обалдеть, что ты жму? Ну что, так получается. Хрень гнется, части в машине эти много. Вот мне тоже интересно. Видео все-таки гнется. А куда надо нажимать? На, у тебя этот? Хуавей? Видео. А, к Сёме? А, к Сёме, да. Честь великого дня. Кто здесь? Нет, нет. Ребята, у нас уже вечер. Прям вот вечер, уже темно. Время, наверное, около 10. Все гости разъехались. Станислав Юрьевич до сих пор чинит машину. Потому что завтра с утра нужно нам уже в Москву обязательно стартануть, все отвезти и кое-что там подзабрать. Поэтому машина завтра утром очень нужна. И вот он уже, так сказать, в темноте и в ночи чинит машину. Значит, что я хочу сказать? Во-первых, конечно, я хочу сказать спасибо своим родителям, которые, можно сказать, что привезли, организовали нам день рождения.
салатики, все вкусненькое, в основном, конечно, привезла мама. За что ей просто огромнейшее спасибо. День рождения получился очень душевный, такой семейный. Приходили соседи со своими детьми, мы посидели, отдохнули. Так, надо мне немножко отойти, потому что музыка играет у Станислава Юрьевича. О, и мне кто-то еще что-то пишет. В общем, он там пока ковыряется. Я вам, ребят, наверное, буду записывать финиш. Надеюсь, что вам видеоролик понравился. По крайней мере, наш сегодняшний день нам понравился. Спасибо, что вы посмотрели. Спасибо всем, кто поздравил Демьяна с днем рождения. Все, я передала ему. Все ваши приветы, пожелания и все прочее, за что он тоже был всем благодарен. Внизу в описании ссылки на наш вайбер-магазин и магазин ВКонтакте. Здесь и вот здесь вы посмотрите что-нибудь интересное, а вот здесь подпишитесь на канал. А руки у меня, смотрите, грязные. Помогаю Станислав Юрьевичу, Маша, ничего делать-то. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую и всем пока.